опять собираемся на море. Уже воскресенье. И я, как в старые добрые времена, я уже не помню, когда я так делала, на купальник одела юбку. По-моему, еще только в школе мы так делали, когда одевали купальник и сверху одевали юбку. Просто у меня юбки почему-то не было. Вот теперь есть. Вот, и теперь едем на море. Не знаю, правда, как там будет. То, что ветер, погода, в общем, изменилась. Но зато не парит, нету такой жары. Держу, у меня уже вся машина полная. Кресло взяли, полотенце, на рукавнике Афонины. В общем, много всего. Арбуз. Так, все, мы едем. Девушка остается. На море. Да, пшеница вот горела. Мы на лагерь приехали. Где красиво? В общем, мы на лагерь. Ловить рыбу. Гришка сказал, надо ловить бычков. Да, сегодня здесь водичка красивая. Не такая теплая, да? Гришка уже поймал бычка. На рыбака рыба идет. Да. Кто ловит рыбу, любит. Уже поймал. Тот и там и рыба идет. Рыба. Он знает уже, где у него какие-то места. Осталась моя дитё, замерзла? Ух, нету слова. Ну сколько ты бычков-то поймал? Сейчас поедем. Штук 7. Понесла. А я думал, сначала может какой-то круг или это. А то шарики, да, вот там? Шарики, наверное, шарики. Приземлились на воду. Ну да. Папа, арбуз вообще офигенный. Мы сейчас попробовали арбуз. 85 новых фотографий от Усенпая в группе, в карате. Сейчас будем смотреть. А вы на него уже наезжали, да? А мы уже хотели на него наехать, да. Вот тоже. Будем фоткаться. Афонь, будем фотографироваться? Я в курсах буду фоткать. Ты будешь фотографировать тогда? Хорошо, и это еще... Уже убирают. Уборка вовсю уже идет. Дельфинчика выкинула. В общем, мы приехали опять на море. Кто-то мне писал ВКонтакте, что тоже ездил в Камышеватку, что тут им не понравилось. Но на самом деле тут не такое красочное море, как черное. Очень часто дно глина, и оно такое слизкое. И из-за этого дна, то есть вода такая коричневая. Ну, вода в принципе здесь не такая голубая. Вот, но у нас тут свои плюсы, и нам здесь намного лучше, чем на Черном море. То есть здесь мы точно отдыхаем. Вот, и останавливаемся мы вот здесь. Непонятно, какие домишки. Домишки, здесь что-то разрушенное. И вот там вот стоит за вот этими вот домишками трактор. Вот здесь вот, ну, более или менее песчаное и хороший заход, то есть не слизкое такое. Вот. Да, вот так. А у нас тут плюсы, потому что у нас тут все включено, берег без людей, то есть мы отдыхаем, моя голова может отключиться и наслаждаться. Я могу купаться сколько хочу, не думаю о том, что где мои дети сейчас смешаются с толпой, и я их буду долго искать, то есть... Здесь мой мозг отдыхает лучше. Сегодня опять волна. Ужас. Ужас, ужас. Но будем купаться. А вот вон трактор, видите? Вот там вот трактор стоит, здесь какие-то домишки. В общем, здесь мы останавливаемся. Дорога, вот она. Дорога. И здесь тоже иногда ездят машины. Первый раз в этом году едим арбузик, и он безумно вкусный, я прям не ожидала. А кто говорил, что помоет руки? Вот как ты сейчас такими руками будешь есть арбуз?
Снимай свое одеяло, беги, мой руки. Хорошо? Котики, конечно. Палатки. Тут и надолго. Да, да, да. Тут генератор. Генератор, да. У них и свет, по-моему. А вон генератор стоит. Генератор, да, у них стоит. Тут, в общем, такая прикольная штука. Серфинг, или как он называется? Серфинг. На. Ванька сходила, что он сейчас. Непогода, говорит. Ой. Ну, здесь так меня трясет, что я не знаю, что из этого за видео получится. Но чуваку там круто. Экстрим. Лови волну, да? Как потянет тебя. Ну, сейчас как раз вот эта погода и волны, да, все. Все сошлось. Это надо уметь. Правда, по-моему, стоять надо еще. Держит. 14:00. Он и пошел, ладно, он спокойно летает. Да, такие, как будто стиральная доска дорога. Там и развивались. Да, потому что песок весь сбитый. О, пошел. Кто-то еще, походу, да, вот уже, наверное, да. Выкручивается. Собираемся уже домой. А ты уже с чемоданом собрался? Мам, давай встань. Так, пошли, тебе сейчас надо футболку еще достать. Мам, ну стой, достань. Лови мяч. Опа. Я хорошую вас. Оля, открывай. Угу. Давай, я сейчас... Лишь. Цветы башка Галя дает мне рассаду. А, рассаду, я думал. Подожди, подожди, рыба, подожди, куда? Да. Давай. Стоит. Ну куда ты? Ну зачем? Все, домой?
А мы опять приехали в это бонус. Да, бонус это. И теперь ждем заказ. Проектора нету, потому что день, а не ночь, поэтому пока так. Что это такое, Афонь? Афонька себе. А Антоха по традиции карбонару. И она, как всегда, в такой супер тарелке. Как шляпа. Да. Давай. Так, еще пицца с грибами, да, и 4 сыра. Это красиво подают. Я пиццу с грибами. Да? Все, здесь еще и площадка. Афонечка, поехали уже. Зови мальчиков. Все, поехали. А вот здесь мы уже выезжаем из Ейска. Тут жилье вот на машинах. Оно прямо и ночью, да, люди стоят? Часть, да. Это воскресенье, наверное, кто-то съезжает, да?